kein Floh kann so zubeißen. Es muss unbedingt ein Vampir gewesen sein. Glauben Sie denn an Vampire, Herr Baron? In der Zarenzeit erzählt man auch solche Geschichten. Ist der Kapitalist jetzt ein Vampir oder wie? Der echte. Aber Marx sagt ja schon explizit, dass der Kapitalist Blut saugt. Это марксистская комедия про вампиров, но здесь надо сказать, что это все-таки ироничное название, которое мы выбрали, потому что относиться к этому как бы как к комедии сложно, потому что фильм не выстроен по жанрам вот такой типичной комедии, потому что там очень много пластов. Был такой фильм Эйзенштейна «Октябрь», и Эйзенштейн взял на роль Троцкого непрофессионального актера, который работал не то дантистом, не то кем-то еще не связанным как бы, с этой профессией. После того, вот в политической борьбе, когда Троцкий попал в немилость к Сталину, его Сталин приказал Эйзенштейну вырезать полностью все планы с этим Троцким. И Юля начала эту историю раскручивать про то, как это было бы интересно понять, вот как это было, то есть что с этим актером вообще произошло, потому что он, в общем, карьера его, в общем-то, закончилась в этом месте. Sicher ist er den kommunistischen Lagern in Sibirien entflohen. По задумке режиссера Юлиана Радельмайера, актер бежит в Голливуд через Германию, выдавая себя за русского барона. На берегу Балтики он знакомится со скучающей молодой аристократкой, владелицей заводов и пароходов. Она берется финансировать съемки фильма о вампирах, который должен открыть Левушке, так зовут русского эмигранта, путь в Голливуд. Aus! Was machst du, Octavia? Juwaschka, findest du es nicht albern, dass er mich in den Fuß beißt? Ich finde es sehr schön. Sollte er mir nicht trotzdem lieber ganz klassisch in den Hals beißen? Das wäre doch erstens realistischer und zweitens auch schauderhafter, oder? Вскоре выясняется, что местный привилегированный класс действительно пьет кровь пролетариата. Маркс абсолютно прав. Здесь, значит, описывая уже давным-давно вот это положение дел, которое сейчас существует. То есть, в смысле, эта теория, она абсолютно актуальна. Ну, мы знаем, куда многое с этих теорий пошло. Конечно, это можно о многом спорить, что было неправильно понято, было использовано и так далее, но там очень много спорного, конечно, уже в текстах, которые можно потом по-другому интерпретировать. Но я думаю, что вот часть, которая... Часть не решения проблем, а часть анализа проблем, она очень важна. Важна, и ее надо читать, ее надо понимать, потому что она говорит нам о сегодняшнем дне тоже очень много. И разрыв этим между бедными и богатыми увеличивается, и процентуально все-таки как раз низкий процент людей имеет огромное количество денег, которые есть, значит, есть огромное количество людей, которые не имеют доступа к этому, ни к возможности эти деньги заработать, ни к системе, которая позволяет тебе стать там богаче. В отличие от своего однокурсника по Берлинской киноакадемии, Кирилл Красовский и Александр Кабиридзе родились и выросли в странах хоть и временно, но победившего социализма – в России и Грузии. Однако именно родившийся в Западной Германии Юлиан Радельмайер положил размышления о левой теории в основу своих фильмов. Они называются «Самокритика буржуазного пса», «Зимняя сказка пролетариата» и «Призрак бродит по Европе». Юлиан очень часто рассказывает эту историю, когда он учился вот в школе в Нюрнберге. У него вот все, что дальше было Польши, как я помню, было на карте закрашено серым цветом. Зато сейчас любимый режиссер Эйзенштейн, любимый поэт Маяковский. Часть последнего фильма снимали в Москве, и во всех фильмах Радельмайера задействованы русские и грузинские актеры. Что касается кино, то не знаю, как вы, я не была, наверное, года полтора уже в зале, но после этого материала хочется больше говорить о политике, чем о кино. Как насчет марксизма? Мысли о том, что капиталисты пьют кровь пролетариата, кого теперь не считать пролетариатом. Вообще, за время пандемии интересно, как трансформировались, я уверена, что трансформировались политические взгляды очень многих. Вы сами как ощущаете, вас качнуло больше в сторону левой идеи или в сторону правой?
идеи. И как интересно, если вы живете в Германии, это скажется на относительно скорых выборах в Бундестаг.